Здравствуйте, друзья! Интересно мне узнать, вы когда-нибудь что-нибудь выигрывали в лотерею или в какие-то другие подобные лотереи или какие-то розыгрыши? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Тема моего сегодняшнего ролика такая. Елена Степановна участвовала в розыгрыше, который устраивал у нас здесь гостевой дом Садху. Условия розыгрыша были простые. Розыгрыш проходил весной этого года именно ВКонтакте, в интернете. В социальной сети ВКонтакте есть группа «Гостевой дом Садху». Он расположен на нашей улице Центральной, но мы являемся активными пользователями социальных сетей. Мы вступаем во все группы, которые есть у нас здесь в деревне представлены. Елена Степановна вступила в группу, условия розыгрыша, условия там были простые конкурсы, нужно было вступить в группу, я поделиться. Была в группе. Ну, давно была, да, поделиться записью. И там разыгрывался сундучок с призом. И золотом. С золотом. В России, Сибири. С золотом в Сибири. Короче, Елена Степановна, здравствуйте. Елена Степановна вступила в группу и в прямом эфире был разыгран приз. Их репостом. Ну да. На своей странице поделилась со своими друзьями. И нужно было участвовать в прямом эфире 14 мая. В прямом эфире она, к сожалению, не смогла участвовать, потому что пришла скотина, пришлось ей загонять скотину. Но после того, как скотину загнала, она зашла, ну, розыгрыш уже прошел, и она посмотрела запись, ну, как бы прямой эфир в записи уже, и узнала, что стала победительницей розыгрыша вот этого сундучка. Итак, вот такой вот сундучок. Ну, еще Алексей мне сказал потом, после уже. Алексей Фролов, он представитель нашего гостевого дома Садху. Вот такой вот сундучок. Сундучок сделан из бересты. Угу. Здесь такой вот замочек. Так, показывай. Вот такой вот большущий замочек. Да. И давай держать. Здесь золото. Два таких. Золото нашей Сибири. Нашей? Да. Окуневской земли. Окуневской. Два таких пакетика с иван-чаем. Один пакетик просто иван-чай. Апельсин и корица. И просто гранулированный, выдержанный. Вот такие два. Да, мы уже давно мы с этой продукцией. Мы сами, кстати, заготавливаем иван-чай. Ну, ну и с продукцией этой именно дома Садху. Ну да. У них здесь есть чайная фабрика, да. Такой чайный цех, где они собирают сами в окрестностях деревни Окунева. Перерабатывают. Сушат, пакуют и отправляют. Ну, здесь у них есть также сувенирная лавка. Сувенирная лавка, магазинчик. Ну и опять же, там есть домики для туристов, где можно просто остановиться и пожить какое-то время. Ну, можно хоть все лето жить. Так что вот так вот. Мы сделаем дегустацию. Конечно же, интересно попробовать, как у них там. Мы уже пробовали их продукцию. Да, но я вот с корицей и с апельсином я еще не пробовал. Прежде чем свой делать иван-чай, мы пробовали продукцию. Они приносили в наш магазин. Так что, Елена Степановна, у меня везучий человек. Вот это я вступаю в какие-то группы или там хочу участвовать в лотереях, но нифига ничего не получается. Это место силы меня выбрало. Потому что мы с ней связаны, с этим местом. Я родилась здесь. Описание группы ВКонтакте будет в описании под роликом, вот так вот. Все, ссылка. Все свое богатство. Да, интересно такое вот. Фасовка интересная, бумажные пакетики. По 100 грамм. Срок годности 2 года. Да. Приезжайте к нам, отдыхайте, покупайте иван-чай наш. Да. Наш. Наших производителей. У нас не только, но чайные, но и местные здесь сами по себе собирают. Там тоже есть у них сувенирные лавочки. Ну, основная такая иван-чай, это у нас это вот Садху, гостевой дом Садху. Короче, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на новости.
Да. Ну, задавайте вопросы. Всякими различными. И получайте подарки. Всем желаю удачи и чтобы повезло, как мне.